Беседа Ксении Собчак с Алексеем Паниным вызвала бурную реакцию общественности. Многие недоумевают, зачем журналистка берет интервью у неоднозначных персонажей и тем самым транслирует на большую аудиторию сомнительные ценности. Свое мнение на этот счет высказал и Иван Охлобыстин. По мнению Охлобыстина, Собчак небрежно относится к профессии журналиста, таким образом выбирая кандидатов для интервью. Иван Иванович считает, что место 45-летнего скандалиста далеко не на экранах телевизоров и мониторах интернет-пользователей. Посмотрел интервью с Паниным. Считаю, что Ксения Анатольевна манкирует этикой журналиста. Такое показывали в базарном цирке 12 века. Он же абсолютно больной ребенок. Ему домой срочно надо, лет на 5 в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба. Негодует 57-летний актер. Охлобыстин искренне посочувствовал дочери Панина. Он уверен, 15-летняя Мария была бы не против вернуться в родную страну, но из-за выходок отца не сможет этого сделать в ближайшее время. Сейчас Алексей вместе с девочкой проживает в Испании. Теперь на него, дурака, завели уголовную статью, и его дочка не сможет вернуться в Россию, пока он жив. А она хочет. Девочка действительно его очень любит. И он ее. Так что, боюсь, жить ему недолго, предположил Иван Охлобыстин. Ранее о скандальном интервью высказался Оскар Кучера. По его словам, дочь скандально известного артиста не унаследовала склочный характер папы и его взгляды на мир.